субботу в Самарской области пасмурно, осадки в виде дождя, температура воздуха днем плюс 4, плюс 6 градусов, ночью 1-3 выше 0. Ветер восточный, северо-восточный, скорость 2-4 метра в секунду. В Сызрани пасмурное небо и дождь, днем плюс 5 градусов, ночью 2 выше 0. Северо-восточный ветер 2 метра в секунду. В Тольятти пасмурно, осадки в виде небольшого дождя, днем плюс 5, ночью плюс 1 градус. Ветер восточный 3 метра в секунду. В Самаре пасмурно и небольшой дождь, днем плюс 4 градуса, ночью 1 с плюсом. Ветер северо-восточный 3 метра в секунду. Атмосферное давление 747 миллиметров ртутного столба, влажность воздуха 83%, в геомагнитном поле небольшие возмущения. Прогноз погоды предоставлен погодным порталом kismeteo.ru.